Одинцовские единороссы в рамках проекта «Новая школа» посетили несколько образовательных учреждений округа и поздравили выпускников с праздником последнего звонка. Они побывали в 11-й гимназии, 6-м лицее и 1-й Голицынской школе. Благодаря труду учителей и родителей у нас растет очень современная, талантливая молодежь. Уверена, что сегодняшние выпускники станут достойной опорой в развитии государства, отметила первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина, которая приняла участие в мероприятии. В этом году на территории Одинцовского округа последний звонок прозвенел для 2312 учеников 11 классов. Еще 4569 ребят окончили 9 классы.